сейчас тебя корректирую, чтобы в каком направлении. Ты не спросил аренды. Так вот, ты бревном делал. Подводная камень все равно у тебя тут есть. Он такой, смотри. Я какую задачу просил тебя рассмотреть? Нет, подожди, я просто. Я начал просто с самого простого аренды. Ты мне просил некоммерческую организацию, у меня все вопросы есть. Я просто начал с аренды, почему. Я тебя попросил, посмотри виды типовых договоров, да, и соглашений, которые может заключать организация. То есть, какие... Типовой договор об услугах. Не только о сотрудничестве, не только. Виды типовых договоров. Услуги, сотрудничество, пожертвования, благотворительность. Наверное. Четыре вида. Но договоры должны быть организаций или физических лиц, или коммерческих организаций с социальными организациями. Договор пожертвования могут заключаться. Но ты их нашел на компьютере, на телефоне, как текст или распечатал, может, принес там. Нет, я не распечатал, не принес. Я хочу это сказать тебе, что. Давай, ладно, прямо откладывай, не хочешь, да? Ну и давай, рассказывай, слушай. Так вот. Насчет аренды, я тебе сразу говорю, мы не возвращались, у тебя есть. Так, Данила бревнышко позанимался. Положи его на шею. Снимальник у тебя есть. Положи на камень подводный. На спину. И возьми ручками, как коромысло. Могу сказать и другой рукой. И другой рукой. Ты вот занимаешься с детьми, правильно? С какими детьми? Нет. Коромысло. Ушу. Вот, что уши? Вот ты, я же вижу, ты готовишь детей. Да для... каких? Где ты видишь, что я готовлю детей? Ну дети сюда приходили. Каких? Блин, вот какие? Женщина с ребенком приходила. Так. Они куда? Ты вспомни, что они приходили, куда? Заниматься. Ушу. Кого они искали? Другого какого, да, человека или меня? Ну он же в этой организации. Но это не я. Ну это не ты. Конечно. Это человек, у кого есть педагогическое образование, который занимается ушу, он тренер. Согласен. Ну. Здесь занимается, в этом зале? Конечно. В этом. Конечно. Иди сюда приходите. Ты что, Дима? Нет, ты пытайся донести мысль, да, что если захотят свернуть проект, да, то они скажут, что вы не по назначению. По какому? Подожди, с чего ты это решил, что они скажут, что не по назначению? Ну, проще говоря, они скажут, что вот приводят дети, родители в этот центр. Так. Вот. И платят деньги. Да. Родители за обучение детей ушу, да, карате, сам, вот чем вы там занимаетесь. Да не мы это занимаемся. Ты что, Дима? Ты что, организация ваша? Это занимается от станицы. Я тебе еще раз объясняю. Ну, от станицы. Послушай. От станицы есть, да, человек, который занимается, ну грамотно, да, сейчас вот просто он на сессии, есть человек, который педагог в области физкультуры и спорта, он именитый тренер по ушу, я не помню как направление, с которым у станицы договор, что он здесь в виде уроков физкультуры и патриотизма, как дополнительные занятия, скорее всего, да, оплатные, как дополнительные занятия, он проводит эти занятия здесь. Это договор у станицы в целях... Ну, пожалуйста, вот тебе и подводный камень. Какой камень-то? Это договор, который заключен. Это договор. Это ж у нас что? Центр казачьей культуры. Это у нас грант? Это центр казачьей культуры. Это проект. Диман, пока я сейчас смотри, проект нашел. Ты спроси, что в проекте-то было? Ты хоть спроси цели проекта. Ты что? Я понял. Ты мне какие цели, цели проекта? Цель проекта? Да. Я понял, что это... Это клуб вместе, вы помогаете лицам, которые... Цель проекта, который получен, ты что, Диман, ты реально в одно свалил вообще разные вещи. Ты в одно, ты прям взял, как бы, как в коробку, сложил разные вещи, пытаешься привести заодно. Какой подводный камень? Я тебе еще раз объясняю, что проект по созданию Центра казачьей культуры были получены средства, да, для... Да, что для... Дима, что дата? Послушай, для чего средства получаются, да, как Центр казачьей культуры? Для духовно-нравственного, патриотического, физического воспитания молодежи. Так? Так. Для продвижения традиций и культуры казачества. Так? Так. Да? Ну ты об этом не знал, это я тебе говорю. Ты это понимаешь? Я это понимаю. Ты это понимаешь. Духовно-нравственное и физическое воспитание включает в себя изучение приемов самозащиты. Так, общение с лицами высоконравственными, интеллектуально развитыми, представителями конфессий и вероисповеданий. Так?
так или нет? Уроки трезвости и здоровья, так? Это развитие нравственности и здоровья. Понятно. Вот это входит все, вот это входит все в цели проекта. То есть это все указано, написано как проект, под который получено помещение, средства, все. Какие, ты говоришь, подводные камни, если есть люди в целях проекта приходят, изучают уроки самообороны, в которых указано, и тем более здесь занимаются... Подожди. Уроки самообороны так. Платные, бесплатные? Я не знаю. Я не веду платные уроки. Я не знаю. Я просто вот тебе что говорю? Так. Что это подводный камень. Да если... какой камень, если человек, например, ты когда-нибудь ходил в фитнес-клуб? Я ходил. Ходил. Сколько там стоит оплата? Ой, у меня был тогда за 3000 было. Так, за 3000. Есть люди, кто бесплатно занимается в фитнес-клубе? Почему? А я тебе говорю, что я могу в фитнес-клубе заниматься. Ну, фитнес-клуб... Погоди, я сейчас тебе объясню. Так и здесь. Количество учеников, которые здесь учатся, они занимаются безоплатно. Да, количество учеников. Есть люди с категорией. Инвалиды, казаки, еще какие-то категории. А есть те, кто заключили договор на основании сертификатов, свидетельств того тренера по ушу, который здесь ведет, на основании информации о нем, что он именитый мастер, что он там всякие изучает техники, у него есть сертификаты о проведении тренировок, лицензированный. Он проводит здесь оплатные занятия, которые люди платят, чтобы научиться приемам. Какой из подводных камней, если это налоги платятся, если это там деятельность, уставная организация? Ну, если он проводит на социальном проекте. То есть это проект, да? Так. Вот 5 лет вы можете тут, как говорится, работать. Социальный, да? Так. Занимаются люди безоплатно, занимаются с инвалидами. Да, с, да, так, так. Они говорят, вот тут есть лицо, так, которое занимается за деньги. Так. Если она предоставляет доказательства, то что получается? Я не знаю, все хорошо. Человек пришел, он говорит, я говорю, я не инвалид, но я хочу заниматься с вами. Давайте договор заключим, я готов 1000 рублей в месяц вам платить. Согласен. Ну, а в чем же? Ну, это можно подвести под нарушение условий. Конечно, задумался. Условий чего? Условия договора вашего. У тебя есть договор? Нет. Так. Ну, ты сам говоришь, что первое... Давай вот так вот крути. Самая первая очередь, да, это что у нас? Что? Использование по назначению. Так, правильно? А назначение какое? А назначение у вас, сами говорите, уроки трезвости. Так? А с чего ты решил? Это вкупе социальный проект. Тогда, нет, тогда мне надо прочитать договор. Ладно, начнем тогда с самого проекта. Смотри, я тебе что сказал? Ты помнишь, я тебе что сказал? Поверь, с этим местом здесь все хорошо. Я тебе сказал, что мне интересно твое юридическое знание, как в сфере заключения договоров, да, с разными видами организаций. Какие форумы договоров, как это проходит? То есть единственное, то, что я тебя попросил узнать. Все, ну начинаем. Значит, создание коммерческой организации. Но ты можешь дальше продолжить тему, которая вопросов. То есть про подводные камни мы остановить. Я тебе говорю, что... Ну это навряд ли, Диман. Это прям очень навряд ли. Хотя если какой-нибудь человек, да, можно докопаться до столба. Нет, можно реально докопаться до столба. Я реально говорю, что ты, да, смотри, еще договор, если мы будем вместе работать. О, да, здрасте. Так вот, если мы будем вместе работать, надеюсь, на это. Да. Вот. Я просто говорю, что, понимаешь, вот честно скажу. Сейчас будешь меня учить растяжку. Я начну на зарплату юриста. Вот. И второй просто, я тогда почитаю ваш договор, потому что я тебе говорю, что это... Договор с кем? Договор с кем ты хочешь прочитать? Я предпочитаю договор. Привет, Толокя. Поставлю. Не договор, точнее, а проект этого гранта, потому что я могу точно сказать, что где-нибудь... Сейчас смотри, возьми Данила в борьбу, хорошо, пробори, покатай, Данил, давай, бревно. Слушай, ребят, а как вы смотрите на то, что я, ну, может быть, не громко, но включу музыку? Включай. И сейчас, ну, не громко. Еще Александр, сейчас тебя, вот, пока можем уже втроем беседовать, сейчас Александр тебя еще проборит немножко. Так вот, чайку поставлю. Я и говорю, давай, слушаю. Получается, что? Подводный камень может, да, быть. Да, что может быть это именно подводный камень, потому что, согласитесь, вот... Подводный камень, что если кто-то здесь тренирует за деньги? Ну, это один подводный камень, но мне надо более подробно прочитать, потому что, может быть, еще какой-то подводный камень всплывет. Понимаешь? Потому что вот вообще по вашему проекту, по вашему этому, ведь есть какие-нибудь, так сказать, условия, да? А можно, если ты все прочитал, можно на этом основании... Давай. Что
что сделать? Обойти, сказать, что вы нарушили тот или иной условие. Давай, пока мы с тобой проборемся, пока до него идем. А я слушаю, Диман. То есть раньше 5 лет. Например, сделать в этом... Это хорошее помещение, я смотрю. Сейчас вот такая... Тут можно сделать какой-нибудь зал. А, то есть зал, небольшой фитнес-клуб. За деньги. Да, вышел, вот администрация, например, школы, я точно знаю, выгоднее, гораздо выгоднее. Я почему говорю про подводные камни, по вашему проекту? Потому что выгоднее сейчас той же администрации школы получать за это деньги, тому же директору выгодно сдать в аренду и получать за это деньги. А вы, уж извините, ему не выгодно. Это когда? Только школа не может сдать это здание в аренду, так как школа, точнее вот это здание является... Кроме социальных проектов, оно не может быть. То есть здесь его на финансовую основу невозможно перевести это здание. На, смотри, но... Будет числиться как муниципальный, как социальный проект, но на самом деле будет аренда. Что, я не знаю, что ли, как это делать? А, то есть у них тоже можно до них докопаться, получается, если они так сделают. Но пока они уже учтут свои ошибки, ты в юридических бумагах замучишься это искать. Как, почему замучишься? Я не могу, Диман. Ты говоришь не конкретно, а говоришь как бы витиевато, я не совсем тебя понимаю. Ну хорошо, вот смотри. Вот это муниципальная собственность, да? Помягче. Да. И никакой выгоды с нее нет, так? Они хотят получить эту выгоду, так? Они говорят, вот ваш грант, ваш проект. Вы нарушили такие же условия, вот нарушили такое-такое условие, да? Или вы занимаетесь сам вот то, что я нашел, не читая вашего проекта, не читая. Я нашел у вас подводный камень, то, что вы как организация, которая не извлекает прибыль, языком говоря, да? Не коммерческая получается организация, социальная, благотворительная организация. Вы, готов, Данила? Получается, сможешь? Что? Пойдем. Получаете ежемесячную прибыль, занимаясь уроки. Мы получаем. Получается, что вы получаете. Он путает нас и Курунова. Я не путаю Курунова. Я вам объясняю, что как они могут преподать. Они преподают, что Курунов, он часть вас. Они приведут свидетелей. Я просто говорю, как есть. Это правильно. Дима, документационно. Часть нас — это только тот, кто писал прошение на вступление в клуб. Ну ладно. А вот тут скажет, например, Курнов, да, просто я писал прошение. Курнов? Но куда выводили, я не знаю. Курнов, ну, как скажет? Вариант, да. Да, братан, давай еще раз напиши. Я рад, если он, если нам просится... И вот тогда у нас вот это слово. Проблема? Да. Это деньги-то не нам платят. Деньги Алексею платят. Да ты докажи. Они привезут тебе документы, тебе приедут. Ты думаешь, физически они захотят сделать так? Если будет выгодно им. В чем выгода? Убрать отсюда людей? Хорошо, какие в старом... И это здание только под снос. Ой, Данил, у тебя новый... А, у тебя колонка, помню. Да, помню такую. Смотри, это здание только под снос. Будем надеяться, что только под снос. Любое из него делали... Вот, мне написано, подводные камни у аренды. Давай. Вот я тебе сказал, подводные камни. Один уж я тебе нашел маленький камушек. Но в любой момент... Что если... кто-то скажет, что здесь с меня собирали деньги за тренировки. Людей подкупить как нефиг делать. Зачем? Но если будет... Что сказать, что мы не делимся? Если это здание выделено для если того, чтобы... Выгода, если будет выгода какая-то... Понимаешь, если есть выгода, например, будет выгода у него, я не знаю какая, но выгода будет в деньгах. Ну я понимаю, о чем-то, да, докопаться можно до столба, согласен. Не до столба. Тут это... Хорошо, как нам подстраховаться от этого случая? Как нам доказать, что мы не берем у меня деньги? Если кто люди приносит деньги в банку, они это по собственному желанию делают. Если у нас нет, что мы собираем, дай 1000 рублей, там, дай будешь заниматься. То есть здесь по желанию даже находятся люди, но они просят, они пишут прошение, что в прошении указывается, что у него нет противопоказаний к физкультуре и спорту. Вот единственное условие человека, чтобы он был это адекватным. Дальше. Либо с группой инвалидности. Создание и коммерческой организации. Так, это первый вопрос, который мы рассмотрели. Подводные камни? Первый вопрос подводные камни я тебе нашел.
но насчет подстраховки ущемления, я пока не твой юрист. Я пока а что не продумал про подстраховку, если нашел подводные камни? А как ты думаешь, почему? Почему? Диман, поверь, про то, что ты сейчас говоришь, я тебя пытался вывести на другую тему. Мы про это не просто знаем, мы от этого подстраховались. Мне интересно, знаешь ли ты, как от этого застраховаться? Ну, понимаешь, как сказать, я же не могу тебе сейчас... Получается, я даю, как говорится, я тебе все рассказываю и бесплатно. Мне так тоже не интересно. Уж извините, но это так. Создание коммерческой организации. Значит, подготовить необходимый пакет документов и подать соответствующую организацию. Это называется единый государственный реестр. Я его прям прожимаюсь ничего. Подает срок 1 месяц. Тем для мешает? Того, чтобы для этого нужно заявление по созданию. Нужны экземпляры, учредительный документ, решение учредителя о создании Не, он играет, все хорошо. Квитанция об оплате госпошлины. Сведения об адресе взаимодействия органов коммерческой организации.